Здравствуйте, дорогие друзья и наши гости! Вы на канале Эллам Ландон и с вами Лидия. Если вам интересна жизнь в Великобритании, подписывайтесь на наш канал. Сегодня я приглашаю вас посмотреть на новостройки Лондона. Мы находимся в районе Nine Elms. Это быстро развивающийся район Лондона, который находится между Vauxhall и районом Баттерси-станции. Несколько лет назад в этот район на южном берегу Темзы было перенесено посольство США. Бюро британского архитектора Терри Фаррелла разработало проект генерации территории и создания нового квартала вокруг комплекса посольства США. Новое здание посольства США было открыто в январе 2018 года. Это прозрачный кристаллический куб, который установлен на монументальной колоннаде. По словам архитекторов Стефана Кирана и Джеймса Тимберлейка, форма выбрана не случайно. По их словам, она символизирует собой основные идеалы американского общества – прозрачность, открытость и равенство. Фасад здания состоит из ламинированного стекла и внешней оболочки из этилентетрафторетилена. Прозрачная пленка натянута таким образом, чтобы свести к минимуму солнечные блики и при этом максимально заполнить интерьер естественным светом. Особенность здания – форма фасада меняется в зависимости от времени суток и погоды. Здание построено в современных экологических традициях. На крыше здания находятся панели солнечных батарей, а очищенные стоки дождевой воды используются в системе водоснабжения. На нижних этажах здания расположены три колоннады и три входа. Это главный вход для сотрудников и официальных гостей, консульский вход для паспортных и визовых запросов и служебный вход для обслуживающего персонала и доставки. Внутри здания извилистые дорожки образуют спирали. Здание имеет 12 этажей, и на каждом этаже есть внутренний сад, каждый из которых вдохновлен тем или иным американским ландшафтом. Проект был одобрен еще администрацией Барака Обамы. Однако правящий в то время президент США Дональд Трамп резко раскритиковал строительство посольства из-за огромных затрат. Строительство нового здания посольства обошлось в 1 миллиард долларов. Он даже отменил свой визит в Лондон, отказавшись участвовать в церемонии открытия посольства. Я хочу показать вам еще одну очень интересную конструкцию, открывшуюся совершенно недавно. 19 мая в Лондоне на крыше элитного жилого комплекса Embassy Gardens, находящегося неподалеку от посольства США, открылся первый в мире панорамный открытый бассейн на высоте 35 метров. Абсолютно прозрачный открытый бассейн длиной 25 метров и глубиной 3 метра связал два жилых здания этого красивого комплекса. Конструкция была изготовлена в американском штате Колорадо. Посетители бассейна смогут плавать на высоте 35 метров
и наслаждаться видом города. При этом от окружающего мира их будут отделять прочные 20-сантиметровые акриловые стены. Необычно первый в мире панорамный прозрачный открытый бассейн планировали открыть летом 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса сроки пришлось сдвинуть. По случаю открытия первого в мире панорамного бассейна в жилой комплекс Embassy Gardens была устроена вечеринка с участием профессиональных синхронных пловцов и диджея Ронана Кемпа. Однако есть маленькое «но». Бассейном на высоте 35 метров смогут воспользоваться только жители элитного комплекса Embassy Garden. А нам с вами останется с белой завистью смотреть в небо и мечтать. На сегодня все. Дорогие друзья, я приглашаю вас посетить Лондон. Замечательный и увлекательный город на земле. С меня экскурсия по Лондону. Всем хорошего настроения, здоровья и всего доброго. Увидимся в следующем видео. Bye!